Чтобы общаться со своими подопечными, Игорь Аширов изучил язык жестов. С Кристиной тренер работает всего год. К нему она попала, уже будучи призером сурдолимпийских игр и чемпионкой Европы. У спортсменки проблемы со слухом, но она не уступает по подготовке другим ребятам, отмечает тренер. У нее очень сильный характер такой. Она морально устойчивая. Поэтому с ней не так сложно, можно сказать, заниматься. Она очень целеустремленная, мечтает стать олимпийской чемпионкой. Пока что она второй была, но мечтает быть первой. Перед стартом небольшая разминка. Кристина Шейхметова готовится к заплыву наравне со всеми. В конце года в Саратове проводит чемпионат области по плаванию. На одну дистанцию выходят ребята как здоровые, так и с нарушениями слуха. Девушка уже имеет почетное звание «Заслуженный мастер спорта России по плаванию». После областных соревнований Кристина будет готовиться к отбору на чемпионат мира для спортсменов с нарушением слуха. Вы знаете, есть такая пословица среди пловцов. Говорят, для того, чтобы плавать, надо много плавать. Вот. Высокие нагрузки, конечно, целеустремленность. Ну и здоровье дает. Потому что ребята, вон, сами видели, какие. Кристина Шейхметова борется еще и за звание «Человек года». Акцию проводит информационное агентство «Саратов-24». Пока на ее счету больше 300 голосов. Но это только предварительные результаты. Итог станет известен в конце декабря. Павел Фитилев, Олег Буланов, «Саратов-24».